большое, слава богу, прилетели благополучно, хорошо. Я сидела у окна, я даже так кайфанула, хочу вам сказать. Я, в принципе, боюсь летать и не всегда могу расслабиться, но сегодня и музыку послушала, полюбовалась видами с окна, увидела маленькие самолетики, последила за ними, взяла себе кофе. Кофе, кстати, что удивительно, приносили в таких больших стаканах, вроде бы как со встроенным фильтром. Я такого еще не видела, то есть прям заварной кофе в стакане, хорошего качества, и это было прям приятно пить. Я еще брала кекс со Старбакса, вот, поэтому у меня прям был полный, я не знаю, матч. Только что, знаете, в туалет постеснялась уже идти, потому что два человека возле меня сидели, и вот когда сидишь возле окна, не очень хочется толкать людей, думаю, потерплю уже до аэропорта. Сел мягенько пилот, взлетел прекрасненько, ну, короче, просто песня. Все прекрасно, только у нас до автобуса около 5 часов, потому что мы будем ехать с 7 вечера, практически до утра отсюда на Львов. Тут какой-то вот есть кафе, аэропорт в принципе небольшой, но он вполне себе приличный, здесь все как бы есть, и покушать, и попить, вот, туалеты, поэтому я думаю, что мы найдем себе чем занять. Ксюша, например, очень эстетичный айс-латте. А что, по цене? Да, она что, злотый все, да? Я уже забыла, что это же злотый. 360. Ну, еще бутерброд. А, 260 гривен латы, думаю, не может быть, даже в аэропорту. Ну, вот такое вот. Ты в туалет? Короче, выбор тут не очень большой, но я взяла себе вот лаваш с гуакамоле и я забыла с чем еще. С моцареллой, да, с моцареллой. И какой-то напиток, она сказала, что там типа зеленый чай, молоко, мед, но пахнет он кофе конкретно, я не знаю. Нет, не матча, нет, вообще не матча. Он похож на кофе и цвета такого же. Но за все заплатила 580 гривен, если ага. Угу. А, блин, а что так получилось, кстати? Почему так много? Вот этот вроп, который я буду есть, 30 злотых. А, понятно, он 300 гривен стоит. А ваши штуки? Дешевле, походу. А вот этот кофе Тайгер, как-то так он называется, 27,50. Я тут пошла, купила себе фисташки и водичку в дорогу. Хоть что-то, знаете, уже надо будет как бы ужинать что-то. А здесь только бутерброды, ребята, только бутерброды, хот-доги, булки. Нам уже всем плохо просто от этой еды. Хочется чего-то такого простого. Я тут стою, рассматриваю польский дьютик. Так интересно. Наряды национальные. Хоть здесь увидеть какой-то колорит этой страны, потому что я с Польшей не знакома от слова совсем. Какой здесь робот офигенный напитки делает. Он так прикольно только что двигался. Мне так понравился. Я люблю робота, это мне очень нравится. Остался час до выезда автобусом. Я пошла, умыла лицо, все свои кремушки намазала. Может, потом даже зубы почищу, не знаю. И я не знала, что взять поесть, потому что ничего толком нет, как я уже говорила. Одни сплошные бутерброды. Сексуальная Ксюша пошла. Я нашла вот этой вот точки, вот такую штуку, это как гранола. Думаю, блин, это вроде бы каша хоть какая-то. Мы уже с девочками просто мечтаем о супе. И взяла себе мятный чай, я думала, мне маленькую чашечку дадут, мне дали такой бидон просто. Тоже, блин, за вот это все 380 гривен. Я осталась практически без денег. Сначала нас с аэропорта забрал маленький спринтер. Сейчас мы ехали до Варшавы, теперь сели в большой автобус. И будем ехать теперь всю ночь на Львов. Уже утром увидимся. Мы уже во Львове. Приехали мы часов в 6 утра. Все никакие, конечно же. Пришли в какое-то заведение. Хаб. Но тут несколько этажей. Мы пришли вот это вот на напиться. Цены тут, хочу сказать, не очень приятные. Например, за такую яичницу с сосисками 300 гривен. Ну, что поделать. Зато это нормальная еда. Наконец-то яйца, господи. Люблю яйца. И салат, и сосиски. Здесь есть, все есть. Поедим, будем себя в порядок приводить и ждать поезд, потому что до него еще 4 часа. Когда там была в туалете, девочки тут расплачивались, потому что к ним подбежала официантка, сразу дала терминал, типа, быстро рассчитаться. И даже не дали девочкам чек. Они заплатили сумму, но не забыли. А сейчас что-то сели посчитать и поняли, что заплатили очень много. Считали на 200 гривен? Да. Это на 200 гривен отсчитали, плюс какой-то сбор за ночную смену. Да. Что-то за сбор. Я вообще не, я впервые такое слышу. Ну ладно, потому что это мое невежество. И я заказывала обычную яичницу с сосисками, так и сказала девочке сидеть. А теперь они ее посчитали как яичницу с мюнхенскими сосисками. Я не знаю, как я там ела, мне без разницы. Хорошо, вынашивают, нет, остальные это девочки с ней разбирают. Чё, а, посчитала и а, так это официантка. Вот, да, это, которая вот эта официантка типа неправильно просто посчитала и не выдала мне типа чек. Это ж не чек? Нет, это туалет мой. А, чё, блин. Я не знаю, но мне тупо даже. Так она мне не...
Нет, другая, это была вообще баба левая. Ее там вообще нет, в принципе. Это была смена, типа? Да, это была другая смена. Мы еще и заплатили за ночную смену, за то, что она нас обсчитала. Так поэтому они нас... Подожди, поэтому... Так подожди, мы не собирались уходить. Они нас наебали трижды. Типа ночную смену они посчитали нам. Хотя мы тут еще сидели, могли заказывать. Это была дневная уже смена. Ну да, мы вот... Поэтому они бегали, со всех собирали деньги. А, понятно. Как удобно. Что вообще нас посчитали, если мы еще сидели? Девочка бегала, со всех собирала бал. Девочка, ну извините, конечно, тогда чек тогда хотя бы предлагайте. Чек обязаны дать, его не то, что предлагать, его обязаны принести. Его обязаны принести. Как это оказалось, в этом заведении за ночную смену каждому блюду приплюсовывается 9%. И нас об этом никто не предупредил. Да? Только оказалось, что мы платим большую сумму, непонятно за что, нас не предупредили об этом. И девочка еще подбежала быстро расплатиться, чтобы ей этот процент капнул. А нам по факту могли расплачиваться хоть 10 вечера и не понесли чек. По факту нам должны либо возвращать деньги, либо делать скидку, либо просить нам книгу жалоб или администратора, потому что так не делалось. То есть они посчитали без чека? Посчитали на 500 рублей? Да. Но она просто убила все. Сумму, которую ей надо было? Да. Как можно рахунок не зробити вообще? Але тому що 9% немає, понимаете, потому що не розпрощає. Хорошо, что Соня заметила. Дякую, Соня не заметила бы, как лохи уехали бы с таким этим. Да! Мы больше к вам не придем, по крайней мере, я. Короче, все понятно. Ну, это было понятно из того, что они начали сильно гнать. Мы ничего не забыли. Нет, все у нас. Они сильно при нас начали гнать на эту девочку. Это тоже подозрительно, это непрофессионально. Как можно стоять и гнать? Ой, ее уволить надо, такие хихаха. У меня уже просто это, ну, это пиздец. А та, которая сказала, что я не знаю про то, что... Я не знала так про то, что... Так она не хотела отдавать деньги. Она сначала показала, что 9% скидка в меню, просто а потом говорит, я не знаю, что у нас 9%. Нам чек даже не пробили, ребята. Нам просто пробили сумму, которую им было удобно пробить. Вот и все. Заведение вот прям напротив вокзала. Вот это. 500 гривен в коне вернули. На то, что когда мы первый раз подошли, когда мы первый раз подали, то 1470. Там вообще вышло не то. Вообще не даже то. Не то, что сняло, вышло. Так, Соня, хорошо, что ты заметила, да. Потому что это беседа. Просто повезло. Да, друзья, ситуация нас, конечно, шокировала всех троих. Мы просто в шоке. Тавтология получилась. То есть нас просто как дурочек хотели развести, чек не пробили, пробили какую-то энную сумму на 500 с чем-то гривен. Фонтан! На 500 с чем-то гривен обсчитали. И еще Соня держалась, еще пыталась нормально разговаривать, хотя я следила и понимаю, что нас тупо дурят. Нам не сказали про 9%, а оказалось, что эти 9% считаются в итоге не так, как они сказали. Ой, у нас ночная смена все время как-то не так работает, вечно у них какие-то проблемы, хи-ха-ха, надо их уволить, если сидят, хихикают. То есть люди стоят, говорят, у нас поезд скоро, у нас нет времени разбираться, почему мы должны пересчитывать чеки и решать эти проблемы, мы что, мы клиенты здесь, это вы в ваших интересах сделать так, чтобы ваше заведение не потеряло лицо, скажем так, хотя для меня оно никакого лица не имело, я о нем вообще ничего не знала. Но чтобы люди действительно поняли, что всякое бывает, и хотели вернуться. Они нам еще сказали потом, приходите днем. Хи-хи-ха-ха. Я не знаю, это просто. Я говорю, сколько я была в заведениях, вы знаете, я часто хожу куда-то. Я такого никогда не встречала. Никогда. Вот, если нигде не указано, что заведение берет процент за обслуживание, и вас об этом не предупредили, но в чеке вы нашли неожиданную графу, в чеке. Чека нет. Чека нет? Чек не дали то уже. Смело вызывайте администратора и отстаивайте свои слова, так как это незаконно. Вообще по закону можно не платить, если нет чека. Я же говорила, мы по-хорошему даже платить не должны. Да, просто что мы... Мы должны были просто позвонить в полицию, сказать, что нет чека и не должны были платить. Никогда. Да. Одежда? Здание? Одежда для артистов. Если в кровь попадает какая-то бактерия или микроб, происходит что? Заражение. Да. Я сейчас напишу, короче, один отзыв. Тебе ставят, что в универе? Вау. Я напишу, расскажу. Это первые три буквы. Баллада, что ли? Да. Ты в
не верит, да? Баллада. Короче, мне нужна... Что мне надо, чтобы поехать в Америку? Виза. Да. А теперь, как раньше... Есть фильм такой, «Диана в гробу лежит». Труп невесты? Да нет. Старый. Старый. И что? Визави? Последняя же. Ви? Да. Да, да, я правильно сказала. Фильм «Диана в гробу» лежит. Есть. Салфетка. Я тоже, может, салфетка. О! Кашечный пакет. Ну да. Мама меня приводит в чувство, видите, позвала к себе. Потому что у меня много вещей здесь, которые надо было передать родителям. Карине, Жене, чемодан отдали. Спасибо маме за то, что она мне такая. Приготовила мне завтрак, я ванну приму здесь. Реабилитация нужна, потому что у меня температура, ребят. Я вообще чувствую себя просто... Все, относила чуть больше недели брейды. Решила, что после такой дороги, таких тренировок интенсивных, надо их снимать, а не мыть и ходить еще, потому что волосы устали, грязные. Походили и хватит. Это очень был классный опыт. Я чуть позже расскажу чуть подробнее про то, какие есть плюсы и минусы. А сейчас пойду мыть уже свою голову. Я мегом. Боже, за ужас. А что ужас? Прикольно. Ребят, я вроде бы более-менее жила. Но на самом деле далеко не на 100%, потому что все равно как в прострации. Монка вообще какая-то пережаханная, нажуханная на меня смотрит, как не видела никогда. Тихоня, знаете, такая. Обычно она ноет, когда я прихожу. Сидит, молчит с какими-то вот такими глазами. Я уже ей давала испанские вкусняшки. Она заценила и очень понравилась. Но я просто пришла домой, понимаю, что я вообще никакая. Я сижу, выполняю свою работу, ну, план свой, и меня просто вырубает. Я легла, и меня... Ой, господи, смотри. Меня часа на 3-4, наверное, вырубило. Нет, часа на... 2-3. Вот, я стою. Еще хуже, чем было. Мне жарко. У меня болит горло. Ну, вы слушайте, как я разговариваю. Короче, вот эта вот поездка мне далась настолько тяжело физически, как будто мне 100 лет. Выбралась на улицу, хочу сходить в магазин. Роллы я заказала нам на ужин. Вот, я, знаете, встала, приняла еще раз душ. Чуть-чуть привела лицо в порядок, волосы выровняла, оделась. Ну, чтобы, знаете, быть похожей на человека. Намазалась новыми духами от Victoria's Secret. И вроде бы я уже более-менее. Такое, ребята. Очень рады все, что я привезла какие-то подарки. Хотя столько мне написали комментариев странных. Типа, Диана, с Испании. Надо везти хамон, оливки, оливковое масло. Вот за оливковое масло мне вообще прикольно. Я улетела с перевесом. С перевесом в основном чемодане на 2 килограмма. И ручная кладь у меня была, наверное, 10 кг. Меня мама, когда встретила, она была в шоке. Говорит, как ты вообще с этими сумками таскалась? И меняла 3 транспорта. И мне еще люди такое пишут, с вот такой головой выбирала эти подарки, хоть какие-то символические, и люди рады. Ну, мои близкие рады, но в комментариях просто. Я, ну, за комментарии могла бы, конечно, бесконечно говорить, потому что меня в этой поездке, опять же, неприятно удивила реакция людей на все абсолютно. Не что поговорить о стране, о каких-то там моментах, об искусстве, о танцах, о новых людях на моем канале. Всех просто обсирали меня за топик, за какие-то косички. Ну, короче. И хамон везде продавался в холодильниках. Ну, ребят, ну я побоялась это брать. Я тоже думала, что с Испании надо первым делом везти хамон. Но отравить потом всю семью, ну, так себе решение. Вот, оливковое масло у нас здесь продается. Ничего особенного в оливковом масле я вообще не вижу. Мне кажется, откуда надо везти оливковое масло, так это с Греции. Тем более, я туда не за покупками ездила, как бы, а за другим. И он еле живая, иду просто заболевшая, температура была, все на свете. Мне вроде особенно понравился его подарок, там такие аппликации можно делать красивые. Мы разобрались у мамы, как это делать, он прям в восторге, он так благодарил. И он вообще так рад был меня видеть, говорит, я за тобой соскучился, обнимал меня. Ну такая прелесть, даже не думала, что Владюха может за мной так соскучиться. Смешной. По поводу брейд сразу пару слов, и я буду с вами прощаться до следующего видео. Ребят, это классная тема. Потерпеть 4 часа вот это заплетание, заплатить около 2000 с чем-то стоит того, чтобы потом неделю-две, а может и дольше, если вам это нужно надольше, не мыть голову. То есть, по-хорошему, я могла бы сегодня вот этой губкой эти косички все промочить, промыть, ну и забыть об этом, еще ходить. Но я в силу того, что вообще чистюля сумасшедшая, я поняла, что я больше не хочу ходить с этими косичками. Я это все снимала, вычесывала очень много волос. Очень много, потому что ваши волосы за эту неделю или там, если вы дольше будете носить, выпадают и остаются в этих косичках. Поэтому не пугайтесь.
потом будет очень много волос выпадать. Это удобно, это не тяжело, голова особо не чесалась. Единственное, на коже головы могут быть высыпания. И об этом меня сразу предупредила мастер, сказала, что это не естественное положение волос на голове, натянутая кожа, из-за этого могут быть раздражения, и они были. Вот. Этого прям видно не было, но я понимала, я это чувствовала, я знала, где это. Эту прическу я бы однозначно повторила бы еще раз. Прикол в том, что можно вплетать другого цвета волосы. Например, попробовать блонд. И это было бы тоже очень красиво и эффектно. Вот. И для таких поездок, где вы меняете 100 тысяч видов транспорта, и вам нужно быстро жить и быстро все делать, и не тратить время на укладки, это идеально. Поэтому советую всем. Все, ребят, я пошла забирать роллы, покупки делать и монтировать влог для вас. До новых встреч. Пока.